тем временем конкретные шаги по урегулированию ситуации в Сирии обсудили Сергей Лавров и Джон Керри. На конференции в Мюнхене главы внешнеполитических ведомств России и США говорили о военной координации двух стран в рамках решения Международной группы поддержки Арабской Республики. Встреча состоялась по инициативе американской стороны. Еще одной темой конференции стало изменение политики НАТО в области безопасности. Постоянный представитель нашей страны при организации Александр Грушко заявил, что Запад раздувает мнимую проблему, когда говорит о планах России напасть на страны Прибалтики. Дипломат также добавил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Альянсом, но примет необходимые меры в ответ на действия НАТО по военному усилению своего восточного фланга.